Мемориал воинской славы «Вечный огонь», расположенный возле Можайского шоссе в Одинцове, центр притяжения для местных жителей разных поколений. Последняя реконструкция проводилась в 1995 году. Сейчас внешний вид композиции портит потрескавшаяся мраморная плитка, облупившиеся боковые стенки памятника, да и лавочки с урнами в прилегающем сквере уже устарели. Предстоит капитальная реконструкция в рамках реализации проекта партии «Единая Россия. Помним». Я считаю, что у нас каждый год мы приводим в порядок и свою территорию, и те наши памятники, которые находятся на территории округа. Но в этом году особое внимание и в связи, конечно, с великой датой 75 лет, и, конечно, с тем, что уже пришло время. Нам нужно сделать ряд работ здесь, на территории, которые, в принципе, мы совершенно по-другому здесь будем себя и чувствовать, и ощущать. Уже обозначен план работ. Предстоит заменить плитку, заделать швы, обновить малые архитектурные формы на территории сквера. Также возле памятника проложат дополнительные дорожки и заменят светильники. В настоящий момент закупочные процедуры проводим. Работы планируем в апреле уже начать. Ну, соответственно, задача стоит завершить их до праздничных мероприятий. Конкретно на данном объекте выделено 6 миллионов 600 тысяч рублей. В рамках партийного проекта в порядок приведут все памятники и мемориалы округа. Масштабная реконструкция ожидает стелу в деревне Мамоново на Колхозной улице. Все работы должны завершиться ко Дню Победы. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».